Не прошло и недели после окончания мирового первенства, а в российской суперлиге вновь закипела жизнь. Матчи седьмого тура в Новосибирске встречались «Сибиряк» и «Дина». Интерес к противостоянию добавлял тот факт, что в прошлом сезоне именно с победы над москвичами новосибирцы начали поход за серебряными медалями. В этом сезоне клуб из Новосибирска идет не так уверенно. Первая победа подопечными Ликберова была одержана тур назад. И было интересно, как воспользовались почти месячной паузой новосибирцы. Однако первые минуты матча с Диной для хозяев вышли обескураживающими. Сначала Роман Гловацкий огорчил свою бывшую команду, а следом Данил Кутузов упрочил преимущество гостей. Складывалось впечатление, будто это кубковый матч, в котором сошлись представители двух разных дивизионов. Такое неудачное начало вынудило Аликберова прибегнуть к тайм-ауту. Его подопечным нужна была встряска, и они ее получили. Соперник нас просто не замечал. И до счета 2-0, еще раз хочу сказать, к сожалению, не то что одна четверка, обе четверки абсолютно в игру не попали. После второго пропущенного гола действительно немножко взбодрились, начали играть быстрее, начали думать быстрее. После паузы хозяева нашли все силы, чтобы вернуться в игру. И стали создавать у ворот Павла Степанова опасные моменты, о которых в первые 10 минутки не было и речи. При таком раскладе гол был делом времени, и на 21-й минуте он состоялся. Сергей Малышев дальним ударом сократил отставание от Дины. Но на этом новосибирцы не остановились. И за 20 секунд до конца Умберто, который отмечал день рождения, реализовал пенальти, сделав счет 2-2. Ну, завтра мы имеем 2 голы. Мы забили 2 гола. И тут мы имеем возможность метать и сентенциать партию. У нас были еще возможности забить и... Поставить, как бы, грубо говоря, уже запятую в игре. Después de Сибиряки, lógicamente, con el resultado contrario, reaccionó. Ну, логично, что Сибиряк среагировал на это, он взвинтил темп. И conseguiu remontar partido. Смог. И nosotros, lógicamente, tuvimos que hacer un desgaste muy grande. Смог вернуть игру в свое русло. Спустя 8 секунд после начала второй половины Умберто оформил дубль, застав врасплох до этого уверенно действующего Павла Степанова. Команды играли на встречных курсах, и было ясно, что при таком раскладе зрители увидят еще не один забитый мяч. На 35-й минуте Сибиряк удвоил свое преимущество. Решат Котлеров получил пас от Леонида Климовского и реализовал выход 1-1. Новосибирцы повели 2 мяча, однако долго это преимущество не продержалось. На 38-й минуте Сергей Снытин ударом с острого угла сделал счет 4-3. Хозяева почти сразу ответили точным ударом Сергея Покатыла, но Дина и в этот раз не опустила рук. На 44-й минуте Дамир Хамадиев собрал на себе полкоманды, прострелил в центр, и Сергей Снытин поразил пустые ворота. За 5 минут до конца москвичи сняли вратаря. В роли гонялы вышел Дамир Хамадиев. Игра 4-5 в этом сезоне не является коронкой Сибиряка. И в этот раз данный компонент вновь подвел новосибирцев. Не прошло и минуты, а Дина сравняла счет. Алимао запнул прострел с пятака. 5-5. Пытаемся сыграть, не знаю, может быть, по старым схемам, то есть по прошлому году что-то новое появляется у команд. То есть, и вот первые матчи, да, действительно, а потом дальше будет уже просто все видно, и все будут разбирать и не допускать этих ошибок. Несмотря на ничейный счет, Дина продолжила играть в 5 полевых, но больше забить так и не смогла. Сибиряк же самую верную возможность вырвать победу упустил на последних секундах. Удар Константина Тимощенкова по пустым воротам заблокировал защитник. Итог матча 5-5. Пытались вырвать, конечно, победу. Мы хотели победить, там оставалось немного времени, пришлось рисковать. Я думаю, был пару моментов, но мы также могли пропустить там за несколько секунд до конца. Хорошо, там неудачно пробил игрок, и наш 5-й полевой, так получилось, что отбил этот мяч. Обе команды по ходу игры в Новосибирске были в шаге от поражения, но проявляли характер и выходили из весьма непростых ситуаций. Так что ничья – весьма закономерный итог. Сибиряк продолжает искать свою игру, а Дина – идти в четверке лучших команд лиги. Юрий Землянов, специально для ассоциации мини-футбола России.